Здравствуйте, наши уважаемые подписчики и просто здравый люд. Наконец-то лотерея от Феррариста возвращается по многочисленным просьбам и, конечно, по желаниям наших подписчиков. Что я могу сказать? В этот раз у нас лотерея будет 100% выигрышем. Как? Да очень просто. Все вот эти карточки, которые у нас до этого было, это все фуфло. А теперь у нас 1000 голды каждый раз. Да, уважаемые друзья, вы не ослышались. 1000 голды вы можете получить, посмотрев этот ролик и выполнив данные условия. Первое, конечно, самое главное условие – вы должны быть подписаны на канал Алекса Феррариста. Второе условие – вы должны прокомментировать данное видео. И самое главное – оставить свой никнейм игры World of Tanks. Именно по этому никнейму вам будет выслано письмо, если вы победили. Так что убедительная просьба, не делайте ошибок в этом никнейме. Иначе, к сожалению, приз вам не достанется. Когда будет выходить лотерея? Вот это, уважаемые друзья, секрет. Смотрите наш канал, и вы обязательно выиграете. Ну а после выхода лотерейного ролика дается 2 дня. Вы в течение 2 дней оставляете свои комментарии со своими никнеймами. И спустя 2 дня происходит розыгрыш лотереи. Машина сама автоматическим путем выберет победителя. Все вы это увидите в ролике, который будет посвящен розыгрышу. Все эти ролики будут небольшие, в течение 2-3 минут. Победителю на его никнейм, который он указал, придет письмо от меня. Вот здесь внизу вы видите, от кого должно прийти письмо. Уважаемые друзья, очень важная информация. Никаких паролей в игре мне отсылать не надо. Я с вас их не требую. Если с вас будут спрашивать какие-то пароли, ваши какие-то данные в этой игре, знайте, это мошенники. Я с вас никаких данных индивидуальных спрашивать не буду. А вручение подарка будет происходить непосредственно в игре, где вы тоже можете передать приветы, все, что вы думаете о этой лотерее, и увидите себя в следующем ролике. Итак, уважаемые друзья, я желаю вам удачи. Самое главное, не расстраивайтесь, если вам не повезет. Повезет в следующий раз. Итак, с вами был Феррарист. Всем удачи и пока!